Ордена Трудового Красного Знамени предприятие «Амурская эра» вот уже 55 лет выполняет электромонтажные, регулировочно-сдаточные и восстановительные работы на строящихся и ремонтируемых надводных и подводных кораблях ВМС России и судов гражданского флота. «Амурская эра» является предприятием всероссийского значения. Оно имеет свои филиалы в Красноярске, Сретенске, Благовещенске, Хабаровске, Советской гавани и Большом камне. Такой разветвленной межрегиональной структурой не обладает ни одно предприятие Дальнего Востока. Во всех филиалах «Амурской эры» работают высококвалифицированные специалисты. Люди, которые с блеском и в короткие сроки умели и умеют выполнять самые сложные заказы. К сожалению, с началом перестройки количество государственных заказов резко сократилось. Тогда коллектив предприятия сделал основной упор на развитие собственного электротехнического производства. «Эра» осталась единственным в России предприятием, производящим изделия специального назначения. Корабельные стеклоочистители, нагрузочные устройства, поглощающие мощность корабельных генераторов, судовые и промышленные светильники и многое другое. С постепенным оживлением экономики «Эра» вновь стала получать крупные заказы. Потенциал, конечно, «Эра» еще достаточно большой, особенно с учетом тех рабочих, которые работали в Тихоокеанской «Эре», в Приморье, где мы, так сказать, сегодня их привлекаем для работы в дочерних предприятиях. Ну, при достаточно большом, так сказать, увеличении объема работ, особенно по сахалинским проектам, мы вполне можем, так сказать, выйти на тот уровень, который имели вот в начале 60-х годов и по численности, и по объемам. 55 лет для такого предприятия, как «Амурская эра», это не возраст. Это тот период в развитии, когда есть не только большой опыт и знания, но и силы, желания и возможности сделать еще больше. Время «Амурской эры» продолжается.